Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале Алипросом Сюссенси. И мы сегодня купили из Энтри с моим другом Hot Wheels. Всего 3 штуки. Одна стоит 5 манат. В Гензлих Моле Энтер находится. Вот первая тачка, которая мне очень-очень-очень нравится. Ее имя Lotus Emerald. Это оригинальный Hot Wheels за 5 манат. Да, не дешево. Очень дешево. Lotus Emerald. Мне оно очень нравится, из металла сделано, оригинальное. Вторая тачка у нас Rolling Solo. Она очень крутая. Вообще, тут написано где-то, вот тут, Hot Wheels написано. Hot Wheels написано. И тут впереди тоже Hot Wheels написано. А, это вообще машинка Hot Wheels. И третья моя друзья, это машинка. Называется 18 Капо, Капо Камара СС. Вот он. И она тоже оригинал. И очень крутая. Из Hot Wheels. Но для меня она из последнего места. Первое место занимает вот эта тачка. Второе место занимает вот эта тачка. А третье место занимает вот эта. Ну, я сейчас в машине нахожусь. И я выбирала эти Hot Wheels с моим другом. Откроем же мою самую любимую. А? Сейчас откроем. Если сможем. Вот так. И она очень крутая. А я ее открываю. Порвалась. Открываем полностью. Сейчас. Я близок. Только порвать. И эта машинка у меня. Ой, да. Какая машина. Открутить не смогу. Это очень сложно. Дорогие друзья, я открыл. Друзья, смотрите, как тачка. Вот самое. Она из Hot Wheels, из Малайзии. Да, это оригинал. Год 2022. Новая коллекция вышла. Если, говорят, еще зимой выйдет коллекция, с 2024 года коллекция, зимой выйдет, в 2024 году. И мы открыли эту, ребят, тачку. И теперь мы подходим на открытие другой тачки. И эта тачка называется Rolling Solo. И мы ее откроем. С первого раза и получится. Мы ее открыли. Дорогие друзья. Это вообще бомба. Вот я где вам говорю, Hot Wheels написано. И впереди написано. Тут написано Hot Wheels. Год тоже 2022, дорогие друзья. И она тоже из Малайзии.
И, дорогие друзья, моя последняя точка, которую я с вами открою. Я ее открыл. Вот какая она. Салон красный. Еще окошко тут открыто. Когда смотришь, тебе прям стрёмно. Так, это тоже из Hot Wheels. 2018 года. Ага, Копа Камара. И тоже из Малайзии. Только 2018 года. И вот, что у нас получилось. Сейчас соберем все точки сюда. Вот и все они. Первая точка, которую мы открыли, Lotus Emerald. Вторую тачку мы открыли под названием Rolling Solo. И третья тачка мы открыли под названием Копа Камара. И всем пока, дорогие друзья. Вы были на канале AliPro777. И как я вам говорил, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите на канал моего друга, с которым мы выбирали на Hot Wheels. Его зовут Мурат. Его канал зовут Мурат Стар. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. Всем пока!